настолько страшная эта игра. Итак, главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Одно из таких мест, психиатрическую лечебницу Маунт Мэссив, можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Мэссив невозможно. Так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Ну да. А субтитры должны быть? Так, отобразить субтитры, применить. Салазар, комиссар, а также рекомендовал фермерам и животным посетить семинар. Смотрите, я могу ехать и вот так вот делать. А потом у него, короче, голова кружится, он в камень въезжает, умирает, и все, конец игры. Похоже, сотрудники парка Арапаха собрались распылять инсектициды против насекомых вредителей. Блять, это очень интересно. Пресс, официал, офишал, первый. Маунт Мэссив Асайлум. Я знаю только Аркхам Асайлум. Лечебница. Мухи всякие. Ну, графика здесь, по крайней мере, неплохая по сравнению с Крайофиром, например, который я запустил в коопе с Бадди, и это оказалось такое адовое говнище просто. Я не знаю, как вообще играть в эту игру можно было кому-то. Просто убогая хрень. Блять, у него светится папка. 17 сентября 2013 года? Нет, сегодня не 17. Или, блять, так быстро время? Нет, явно не 17 сегодня. Ну, почти угадали. Atmutmail. Кому? Gmail.com. Mailsubshop. Gmail. Интересно, тема «Совет. Незаконная деятельность в психиатрических исследованиях Мерков». Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков в Маунт Мэссив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Ну и правильно. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю... Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Ну, Маунт — это гора. Да. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Так, у вас все нормально там на стриме? Сейчас посмотрим. Так. Ну, окей, окей. Вроде все норм. Так, только... Ага. Батареечки. Классика, классика. Что-то звуки, по-моему, не очень синхронизированы. И что у нас, типа, вид будет от камеры? Ну ладно. Вообще, в хоррорах главное это, чтобы не было скримеров. Можно пугать как угодно человека, но главное, чтобы не было скримеров, потому что скримеры, блядь, это мерзкая херня. Она пугает абсолютно всех. Порой даже тех, кто знает, что в этом месте будет скример, и я нихера не прочитал. Ладно, заметок нет. На тап. Ладно. Ну что, нам нужно открыть себе сейчас... Что? Я не могу про... Нет, я могу... Блять, ну и управление, серьезно. Вот и стоит ли оно того, делать в играх вид ног, чтобы были, но при этом, чтобы когда ты идешь, блять, твоя моделька не могла в дверь, сука, пройти. Закрылась дверь. Мило. Так. Что? О, я могу делать туда-сюда, зарядка. Ну ладно, я пока угораю, посмотрим, как скоро я начну. Какаться в штанишки. Бля, он как колсолапый медведь ходит. Так, чтобы быстро открыть дверь, нажмите левой кнопкой мыши. Чтобы открыть дверь медленно, удерживайте левой кнопкой мыши. Медленно. Чтобы поднять камеру, нажмите правой кнопкой мыши.
Событие записано. Запись добавлена в ваш блокнот. Нажмите N, чтобы прочитать ее. Окей. Лечебница Маунт Месси. Меня тошнит от одного только вида этого места. Ебать, у него почерк. Он, я не знаю, в третьем классе, что ли, учится? Хотя нет, в третьем классе уже учат писать буквы слитно. Больница Маунт Месси закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году была вновь открыта в 2009 компанией «Психиатрические исследования МЭКов», скрывающейся под личной благотворительной организацией. Сотовый резко перестал ловить сеть. Примерно в миле отсюда. Похоже на глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация МЭКов издавна наживается на филантропии. Филантропии. Да, филантропии. Как Тони Старк. Филантроп. Но на американской земле никогда то, что... Никогда. Ну, окей. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, теперь получится вывести их на чистую воду. О, размытие движения, бля, можно убрать размытие движения? Не вижу в играх размытие блядского движения. Полный экран. Бля, ну похоже только если совсем менять эти... графику. Там на низко ставить, тогда не будет. Ну, не люблю размытие, блядь, неудобно, пиздец. Теряешь концентрацию. Камень, сад. Давайте, я уже жду скримеров, на самом деле, потому что, ну, скример это самый убогий способ запугать игрока. О. Во. Значит, еще, ну-ка, подождите. Вот, значит, здание, да? И что, в нем вся игра проходит? Ну, учитывая то, что они про какую-то гору говорили. Где гора? А, ну тут большое здание довольно-таки. Попробуем. Закрыто. Ладно. Вообще, я не говорю то, что это, то есть, прохождение, потому что я хорроры не люблю. Они убоги по своему геймплею, как правило. То есть... Открывай дверь. Резко, резко. Сука, резко, я сказал. Я же жму на кнопку. Так. А есть тут что-то вроде компаса? Потому что я уже, блядь, заблудился. Не знаю, куда мне идти. О! Бля. Как удобно в психиатрической лечебнице сделать дыру в заборе. Ну, действительно. Логично, не правда ли? Так, ну я полагаю, что здесь закрыто, и мне надо будет сейчас идти по стропилам наверх. Конечно, конечно. Кто-то... О, прыгать умеет. Что? Ключи... Приближайте, удаляйте изображение. Отлично. Эдакое обучение. Так. Окей. Ну да, и естественно здесь оставили просто так эти стропилосы. Причем, зачем они здесь? Вот давайте посмотрим, что здесь, для чего они нужны. Ремонт какой-то? Я не вижу ремонтного оборудования. Все, что я здесь вижу, это блядские стропила. Или они не так называются. Лиса. Ну, будем называть их лиса. Ладно. А для чего они здесь? Здесь не идет ремонт. Они бы хоть видимость ремонта сделали. Хоть какую-нибудь. Кого-то тут выбило. Так, а как включить ночное видение на камере? Он же включал его. Так, F. Какое оно уебищное. Ночное видение сокращает срок службы батареи. Пользуйтесь им осмотрительно. Так. Все завалено. О, кровище. Хм. Интересно. Так, сейчас посмотрим, что там у нас в комментарии. Так, с планшета дико лагает, с компа норм. Ну, значит, это ваш интернет. Всем привет, привет.
Сет, не рассуждая, играй. Нет, я не могу так. Я не могу играть, не рассуждая. Священник-педофил? Интересно. Интересно. Или вы хотите, чтобы я вообще ничего не говорил и играл в хоррор, типа, о, атмосфера. Но тут же я вроде как должен пугаться, а не вы. А-а-а, как страшно! Скример, сука. Ну, это не скример на самом деле, но это тоже мерзкая херня. Вот звуки, это тоже, когда резко включается. Например, вот Survivors, там, где огромный, блядь, волк какой-то бестекстурный преследует вас. И там суть в том, то, что когда ты приближаешься, тебе резко в уши ебут каким-то звуком. И это тоже бесит ужасно. Это не столько пугает, сколько бесит. Компьютер. Мы не будем ничего делать с ним. Как бы, по-моему, если он хочет узнать тайны, то самое время заглянуть в компьютер. Мини-компик-так. О, батареечка. Как ее взять? Окей. Чтобы сменить батарейки, можно на R. А можно посмотреть инвентарь как-нибудь? Чтобы закрыть. Но я не хочу закрывать. Что тут у нас? А, свет моргает. У-у-у! Кто здесь? Откройте. Почему он начал быстро дышать? Я хочу посмотреть, кто там был. Палку мне дадут? Интересно. Кишочки. Или это креветки? Я никогда их не различал. По-моему, креветки всегда на вид довольно мерзко выглядели. Серьезно? Они предлагают мне... Закрой дверь. Блять, тут кровь течет, и он явно слышал то, что кто-то там есть. Может, это какая-нибудь росомаха, которая... Морин. Залезла туда. И они хотят, чтобы я туда полез? Серьезно, в закрытое пространство. Ну, да, конечно. Конечно. Ну, а почему бы и нет? Давайте, крыса. Крыса, крыса, выбеги, крыса. Должна выбежать крыса. Нет? Странно. О. Ёбаный в рот. Ха. Да, забавно. А с чего он свисал? Ой, еще. У него головы нет, что ли? Прикольно. Вот этот крик, это типа наш главный герой орёт. Но это забавно, то есть, когда... Ох, он еще живой. Они перебили нас. Вычислили. Варианты. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Окей. Я просто оставлю тебя здесь. Там кто-то был. Тут же кто-то шел. Интересно. Куда он шел? Прячьтесь, убегайте и прячьтесь. На самом деле это не очень. Ну, я не люблю такие штуки, когда надо убегать, прятаться. Перекресток? Сам ты перекресток? Мама твоя перекресток? Перекресток. Жирдяй обзывается. Значит, они... А это еще кто? Значит, они перебили отряд спецназа, насколько я понял. Ну, окей. А, понимаю. Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя длань Божья, сын мой. У тебя есть призвание. Да? Качнуть 85-й на этой неделе?
Но если у меня есть призвание, может, вы не будете меня убивать, там, попугаете иногда, но убивать не будете, потому что заново проходите некоторые... Выберитесь из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. То есть... Одно дело, когда пугать, а другое дело... Убивать, то есть... Зачем он сделал это? Я не хотел запрыгивать наверх, на самом деле. О, папка! Мы такую уже видели. Ее можно читать. Давайте прочитаем. Корпорация Мекров, подразделение Мерков. В США. Ордер на арест имущества дела номер... Ну, я думаю, вам очень важно знать этот номер. Относительно ареста имущества, психиатрический центр, бла-бла-бла. Письменные показания под присягой, данные перед советом директоров, заслуживают доверия агентству безопасности Мерков. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ. И основанием для выдачи данного ордера данные документы приписаны... А, ну это те, кто, собственно, сюда пришли. Так, батарейки. Наверняка тут где-то должны быть батарейки. Пнуть нельзя этого чувака? Судя по всему, нельзя. Я думал, он мне дверь должен... А, начнем с того, что я не знаю, где здесь выход. Ну, хотя, судя по... длинному коридору с красной надписью выход именно там. Ну давайте тогда побежим. О, там кто-то есть. О боже, о боже. О нет, выход. Выход, выход. А, спасите, нет. Закрыто. Что делать? Тут я был? Что с тобой сделали вообще? Шею свернули. Так. Так, уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении. Немедленные действия со стороны корпорации Мекров не требуются. Мерков. Потенциальная прибыль проекта Валеридер. Валеридер. Остается чрезвычайно высокой. 4 несчастных случая содержат достаточно противоречивые данных, затрудняющих любое судебное разбирательство. А в случае должного обращения со свидетельствами, делающих его невозможным, проект Валеридер. Блять, наверняка он райдер на самом деле, а не ридер. Остается рискованным начинанием и может повлечь дальнейшие потери. Бла-бла-бла. С уважением, Хелен Гренет. Департамент снижения юридических рисков корпорации Мерко. Так. Ты кто есть? Значит, там закрыто. Security room. Окей. И здесь закрыт. Эта дверь открывается с картой доступа. Чё это? Что? Чё это такое? Хрень какая-то. Картой доступа. А, там решетку. Мы не увидели решетку. Так, ну вот, security. Где твоя карта доступа? Так, ясно. Очевидно, надо где-то ходить и искать ее. Эту карту доступа. Очевидно, что где-то здесь. И очевидно, что из туалета на нас кто-то выпрыгнет. У тебя есть карта доступа? Витнес. Смотрите. Та-дам! Нет? Как это? Никто не вылез? Бля, я думал, что вылезет сейчас. Просто кого-то в толчке утопили. Карта доступа. Блять, кишки. Ну, в голову вообще придет хранить так кишки. Я понимаю, в банках, ну не в коробке же. А тут что у нас? Ты обосрался, что ли? Бля, жесть. О, ты не карта доступа, конечно. Но тоже неплохо. Так. Щитки? Выключим свет, а то слишком тут ярко. Как вам... О, дверь закрылась. Ну давайте, давайте. Кто же за ней будет? Никого? Да вы шутите.
Так, ладно, эта дверь открывается через карты доступа. Да, я понял, понял, спасибо, что напомнил. Так, тут я был, тут я не был. Тут закрыто. Мы на это не соглашались, чего-то там. Ладно, где я еще не был? Внизу, очевидно, не был. Там, где куча кровищи. Очевидно, что мне туда, где куча кровищ. Может, не так уж и очевидно. О, камера. Ну, я не знаю, есть здесь кнопка обшарить кого-то? Может, ты охранник? А, вот у нас помещение какое-то веселое. Не правда ли? Так, вот охранник. Тут скорее у нас набор батареек. Или что, ни одной батарейки не найду здесь? Серьезно, что ли? По трупам, блядь, ходит, как по газону, я не знаю. Такой перешагивает через них. Следы мои? Похоже на мои. Чтобы заглянуть, удерживать Q или E. Ну там чувак на кресло-каталке. И чё? Чё мне с тобой делать, чувак? Чё скажешь? Как твои дела? У тебя рта нет, что ли? Есть. Ну чё ты тогда вытёпываешься? Вот если бы у тебя рта не было. Ребят, чё нового? Хорошая программа? А, я понял, тут шел дом 2, и вы решили расхуярить телевизор. Тоже вариант. Да. Не нравятся мне хорроры, ребятки. Ну, слишком это. Не знаю. Слишком, не знаю, нудно бегать 5 минут для того, чтобы напугаться 2 раза. Геймплей мне вот этот вообще ходьбы не нравится. Чё, дверь закрылась? Чё-то там в моем блокноте. Нет, не закрылась. Чё тут все такое смазанное? Блин, еще и графика какая неприятная. Вот скажите, он действительно не может здесь пролезть? Блять, я бы пролез, я уверен, но почему-то он не может. Как вы думаете, второй раз, если мимо них вместе с ключом пройти, они обратят внимание на меня? Тоже что нет. А ты? Тоже нет? Нет, ты обратишь. О, дрочи мышку, я дрочу, а чё? Окей, это сработало, похоже. Пошёл нахуй. Значит, тут квик-тайм-ивенты такие, типа, да? Окей. Квик-тайм-ивенты, так квик-тайм-ивенты. Чё тут написано? Про... Claim the gold cell. Откуда мы упали, кстати? Вон оттуда, очевидно, да? Ну ладно. Пум-пум-пум.
Ну, мы знаем то, что здесь еще кто-то на нас вылетит сейчас. Хотя бы потому, что мы видели, что там есть чувак. Тут у нас что? Если херня открывается картой, и дверь была закрыта, кто его убил? Вот такой вот у меня вопрос. Не ответите? Нет? Чё, кофе его выпьем? Командная строка открыта. Ну, на камерах ничего не видно. О, видно. Чё ты делаешь? Свет выключил. Идет сохранение. Перезапустите генератор в подвале. Да серьезно, блядь, что ли? Прячьтесь в шкафчике, не пытайтесь драться. Ебать. Какая хуйня? Ты ведь был тут, поросеночек. Я тебя отыщу, шлюшка. Если ты по запаху понял, что я был здесь, то какого хера ты тогда не учуял меня в шкафу? Чё-то ты не очень как росомаха. Тем более то, что, блядь, герой стонет, как собака во время жары. Почему он его не услышал? Да. Так. В пятый раз не страшно. Поросеночек вообще-то. Но я и сказал поросеночек. В другом коридоре слева от лифта. Что? В подвале будет весело. Ну ладно, давайте в подвал еще сходим, потому что, ну, блин, не нравятся мне такие игры, то есть. Может, они и страшные где-то моментами, но мне они не нравятся не потому, что они страшные, а потому что, ну, геймплей у них не очень интересный. Так, а подвал это там. Мы были в подвале, да, насколько я помню. Ну, я думаю, если мы просто побежим, то ничего страшного не произойдет. Вот и подвал. Он внезапно открылся. В подвале будет весело, говорили они. Что у нас тут? Программа, документ для подшивки в среду. Краткое изложение было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Мисс что-то там. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды. Ладно, все ясно. Мисс Пирс выполнила данные команды неукоснительно. Так. Чтобы перескочить через что-либо, нажмите пробел. Окей. А мы разве не знали этого? Мы, по-моему, использовали уже. Разве мы не использовали пробел для чего-то раньше? Для запуска генератора включите два бензонасоса. Да. На самом деле, если здесь еще и надо будет убегать от всяких упырей, то это еще хуже. То есть, ну я не люблю убегать, догонять. Ну, догонять еще ладно, догонять в играх обычно это экшен, типа бежишь, там в Assassin's Creed, например, там догонять весело. А убегать в таких играх это обычно с первого раза еще и не получается. Так. Ну, очевидно, надо спрятаться.
Что значит 4 из 10? Ну, и долго мне ждать. У меня есть идея. Называется «Пошли вы все, я домой». А, и центральный выключатель. А центральный выключатель не в центре, случайно, находится? А я не отсюда пришел? Бля, я заблудился. Где центральный выключатель находится? Ебать, они похожи глухие нахуй. А, у меня есть карта, но она что-то не очень эффективно работает, по-моему. Центральный выключатель. Бля, я заблудился, короче. Может, М все-таки? Нет, М не работает. О, я отличное место выбрал, чтобы батарейки сменить. Ну, ребятки, ну, шопу такой. Хоть бы компас сделали, чтобы работал, что ли. Это пиздец. Ходишь, блуждаешь, еще и видно плохо. О, батареечка. То есть я понимаю то, что во всех хоррорах так. И в Амнезии так же, и всех остальных. Но... я должен задать вам вопрос, хорошо ли это? Потому что я считаю, что нет. Ну где этот центральный выключатель искать? Ну он, блядь, в центре, очевидно. Но я не вижу здесь центра. Тут я был. Тут насосные хрень. Электрик, сторидж, машинру. Ну. Хер пойми, короче, куда идти. И меня сейчас не страх, то есть, одолевает, а больше раздражение по поводу того, что... А, я не понимаю, куда идти. Здорово, братюнь! Как дела? Нормально? Ты как вообще чувствуешь себя, одноглазое чмо? Блять, сколько же тебе ударов надо сделать, да, чтобы я умер? О, я зеленый говном почему-то. Почему-то кровь зеленая. Ну, как-то так, ребятки. Пожалуй, на этом я и закончу. То есть, мне совершенно не нравится это. Я... единственное, что я могу сказать, да, действительно, игра стилизована очень хорошо. То есть, графика не режет глаз, как, например, в Cry of Fear. А здесь действительно удобное, более-менее управление, отзывчивое. То, что ты там прыгаешь туда-сюда, взаимодействуешь со всем. То есть, даже в Амнезию я когда играл, там было все топорное. Герой просто плавал, а здесь чувствуется, что герой ходит. Хотя иногда он вот так вот косолапо ходит, как... медвежонок Тедди. И, то есть, игра, я могу признать то, что она, скорее всего, очень качественная. Но буду ли я в нее играть? Нет. Я не люблю хорроры. Вот хорроры типа Dead Space, которые там минимум хоррора, но зато при этом там есть интересный экшен, какая-то история. Ну, здесь тоже типа есть история, но она в основном то, что читать надо какие-то записки. Мне это не нравится. Вот. Типа Dead Space я бы поиграл, а вот такие вот Амнезия, где ты полчаса ходишь, тебя пару раз убивают, пару скримеров, пару криков, пару еще чего-то. И меня такие игры совершенно не возбуждают, то есть, да.
Все, что я хочу о ней сказать. Ну, наверное, она хорошая в плане хоррора. То есть, ну, не знаю. Наверное. Может и нет. Может, любители хорроров считают ее полным говном. Кто знает. Я не знаю. Я, например, не нашел даже этот главный выключатель. Но, очевидно, он в этой комнате, потому что сейчас она закрыта, а можно подключить эти. Но я там походил что-то и нихера не нашел. И... Ну, вы понимаете. Так что, пожалуй, я залью это видео на YouTube. Хотя это запись стрима. Поэтому я попрощаюсь с вами заведомо. Так что, если вам понравилось это видео... Я не знаю, почему я вроде как нихера не сделал. В общем, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и... смотрите прохождение нормальных игр, а не хорроров. Да, хорроров у меня, скорее всего, не появится таких. Да, с вами был Сет, и мы стоим на перилах. Мы сидим на картах на перилах. До свидания.